Изменение климата является одним из основных вызовов современности. Непредсказуемость погодных условий не обошла стороной и столицу Колумбии. Под угрозой находится пересыхающее озеро Сусуэско. Недостаток осадков с 2003 года ведет к постепенному снижению уровня воды. Это особенно заметно по его южной стороне, где озеро было довольно глубоким. В течение 45 лет уровень воды в озере понизился с максимальной глубины в 7,5 метров до 90 сантиметров. Сейчас в среднем глубина водоема уменьшается по 45 сантиметров в год. Теперь это будет нечто цикличное, и это трагедия. Здесь была очень важная популяция цапель. Эти птицы предпочитают защищенные от хищников места, поэтому гнездились в тростниковых зарослях, которые некогда были на озере.